Всем привет! Сегодня 7 апреля, прекрасное утро, солнышко, ночь ровно в полночь, что-то бу-бух, потом еще раз бу-бух, а я лежу сквозь сон, думаю, как раньше говорили, 15 часов точное время, потом где-то в каком-то городе 16, в Петропавловске, Камчатском полночь, открываю глаза, у меня на потолке цифры светятся, все нули, думаю, о, угадал сквозь сон. Ну, дальше заснул, да и все, ничего странного не написано где-то, но прямо очень было слышно, хотя волны по дому не было. Интернета как не было, так и нет. Вроде прохлада обещает, но в целом погодка хорошая. Вот солнышко пробивается, так что всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Иду я к интернету. Всем пока.